здравствуйте, господа. Неожиданно, но я поиграл в бетку Payday 3. Конечно, надо было чуть раньше это сделать. Может быть, я бы чуть раньше это сделал, если бы я покрутился чуть-чуть и потыкал бы Алмира где-нибудь. Но, несмотря на то, что я выложил столько видео по Payday, со мной... Да нет, они ни с кем не связывались. В общем, Overkill, Starbreeze, или как их сейчас там называют... Вы знаете все, не буду говорить. Снова они идут по... Понятно, какому пути выпускают третью часть своей легендарной саги и заодно показывают нам бетку. Ну, вообще изначально хотелось бы сказать, ребят, Starbreeze, Overkill, Алмир, скажи, зачем, просто вот зачем вы создаете онлайн-игру, прикрученную к онлайну? Ну, хорошо, она прикручена к онлайну, всегда была, потому что, ну, блин, это кооперативный шутер. Заставляете из-за этого создать учетную запись, этого не будет, если что, во втором Payday, которая привязана к вашему сервису, не знаю почему. Ну, для того, чтобы, я так полагаю, рубить бабло. Но еще до кучи ставите денува на свою игру. Зачем? Это как на собаку, на намордник собаки повесить еще намордник сверху. Серьезно? В общем, они решили защитить свою игру полностью и отдать деньги в отвратительную компанию для того, чтобы их игру не заворовали. Проблема в том, Overkill, что ваша игра никому не нужна. После бетки я очень сильно не хочу в это играть. Я хотя бы хотел попробовать полную версию этой игры, но сейчас я думаю, зачем? Эти господа делают ремейк первого Payday, потому что Payday 3 выглядит и играется как первый Payday. После того, что наворотили во втором Payday, все эти суперперки, все эти персонажи, все эти умения и прочее, ты смотришь на это как на что-то обрезанное. Вот серьезно, какой-то еврейский Payday. Вот у вас столько всего было, то есть во второй части такие возможности были у Paydayевцев. И сейчас мы пойдем грабить банк. Нам говорят, вы просто опять будете бурить через потолок, вы пойдете вниз в хранилище, и все это будет на пятачке 3 на 3. Ну, то есть, серьезно, что ли, это прикол какой-то. В общем, я понимал, что будет так, но я не понимал, что будет так. Вот, знаете, вот так можно это писать. Да, тут есть какие-то навороты, которые сделали в Payday, второй добавили, в смысле. Это всякие гранаты, скины, на все, что только можно, для того, чтобы все это можно было продать. И какая-то плюс-минус адекватная прокачка, но та же самая прокачка, она напоминает первый Payday, когда ты выбираешь ветку, по которой ты хочешь качаться. И, собственно говоря, в зависимости от того, насколько ты успешно пошел, сколько опыта получил за задание, настолько она у тебя и прокачалась, здесь точно так же. То есть, если раньше ты выбирал, куда вкинуть, в какие ветки перки, то сейчас, ну вот, прокачивай ветку, просто скажи, что ты ее будешь прокачивать, а что она исследуется. Проходи миссии, она будет исследоваться, соответственно. У тебя здесь неограниченное количество скиллов. Ну как неограниченно, в зависимости от твоей прокачки. Сколько ты получил скиллов, скиллпоинтов, столько ты и вкладывай. И ты в любой момент можешь скинуть их, респектнуться, как это сказать по-русски, и новый билд себе создать. Опять же, все, что было сделано в втором Payday, типа сохранение билдов и прочего, здесь тоже есть. Так что какие-то удобные моменты перетекли из второй части сюда. Я наиграл очень мало в игру, чтобы... понять, перетекло ли сюда все, что мы любим в Payday, это рассинхрон, это всякие клипы через стену, то есть провалы через стену и прочее. Но я специально попробовал вот этот момент, можно ли использовать аптечку через стену или брать мешки через стену. Нет, нельзя, это поправили. Ну, все-таки просто, наверное, из-за того, что Overkill забили наконец на свой дизель, который они... Господи, сколько они его использовали-то? Какого-то Том Клэнси с Ghost Recon они использовали его. С 2007-го? Реально. То есть больше 15 лет они его использовали. И наконец отказались и создали игру на Unreal Engine 3. Выглядит... 4, извините, 4. Выглядит точно так же, как на дизеле. Серьезно. Выглядит отвратительно. Некоторые анимации просто ужасные. И я не могу сказать, что это прям их или хорошо, или плохо. Но для кооперативного шутера движок Payday 2 предлагал достаточно нормально возможности и графики. А тут
С чем связан переход на Unreal Engine 3? Фу, да почему 3-то? 4. Не знаю, но это как бы не особо важно, потому что Unreal Engine 4 это стерильный движок, который предлагает вам, по сути, везде одинаковую картинку, с ним легко работать, так что... И легко он запускается на многих системах, вот я просто взял, запустил, поставил все на низкие настройки, потому что больше здесь не нужно, и у меня 144 FPS, все нормально. Идет даже на моей машинке. Но, как и движок, вся игра выглядит невероятно стерильно. То есть, вспомните... Ладно, не помню, как там в первом Payday, но второй Payday ты заходишь, у тебя и меню оформлено классно, и музыка Саймона Виглунда очень хорошо играет и во все встроено, да? Есть какое-то уникальное оформление. Заходишь ты в эту игру, ты не испытываешь такого ощущения. Может быть, это синдром утенка говорит. Может быть, потому что ты уже перенасытился. Ну, я конкретно перенасытился и что первым, что вторым Paydayм. Но я не вижу чего-то, что меня способно завлечь. Конечно, это проблема третьей части. Поэтому третьей части многих трилогий получаются вот такими вот. Ну, они типа есть, они хороши, но они особо звезд с неба не хватает. Может быть, из-за этого Valve отказывается третьей части делать. Потому что им нужен прорыв всегда и везде. Потому что, как вы... Наверное, знаете или можете вспомнить практически каждая трилогия, которая есть вот на игровом рынке, всегда сияет своей второй частью. Я лично, когда увидел Payday 3, я увидел много-много шагов назад, потому что в это играть снова нужно, как во вторую часть, но это неинтересно. То есть тебе не предлагают чего-то конкретно нового. У тебя та же самая четверка персонажей, причем куда-то делся Хьюстон, на его место снова пришел Хокстон. Ладно. Тебе предлагают хайст, который... Ну, ограбление, в смысле. Ограбление, которое... Точно такое же, как энное количество ограблений стартовых во второй части. Ну, блин, вы вспомните всякий Big Bang, Hoxton Breakout. Что там еще было-то, господи. Всякие ограбления, которые вышли после того, как ушел Саймон Виклунд с музыкой другого человека, который писал ее. В общем, это были на самом деле очень круто поставленные ограбления, которые были как сессионные ограбления. И отличались от того, что предлагала первая часть. Потому что, если вы помните Payday 1, там были заскриптованные, можно сказать, ограбления, где вы бежали из точки А в точку Б, по сути, что-то где-то местами выполняя. Построение этих уровней отличалось от построения уровней первой части. Здесь... Ты видишь точно то же самое, что сделали в Payday 2. То есть вот те самые, ну, по крайней мере, в бете. Вот те самые уровни, которые нужны для обучения, по сути, и которые очень быстро забываются, которые уже вот здесь сидят, все эти банки, 4 магазина и прочее. И нам предлагают это увидеть. Я понимаю то, что это не весь контент полноценной игры, который скоро выйдет, но там, как мне сказали, будет 8. 8 ограблений, 8, которые, может быть, будут точно такими же. И спрашивается, зачем мне это нужно? Зачем мне играть в ваш Payday 3, когда у меня есть Payday 2, допустим, со всеми этими ограблениями? Потому что там закончилась прогрессия или еще что-то. Да, конечно, они могут создать какую-то крутую прогрессию, какие-то ивенты, поддерживать игру свою. Забить ее магазином вот так вот и пытаться нажиться на ней. Но для того, чтобы это игралось, нужно сделать костяк хорошим. Вот то, что сейчас представляет собой Payday 3, я даже не знаю, зачем, допустим, мне идти в него, вместо того, чтобы играть в Payday 2. Движок как таковой ничего особо не привнес. Какой-то новой физики, каких-то новых движений, механик я вообще не увидел. Я по-прежнему сижу на картах, стреляю из своего амкара в бульдозеры, которые не убиваются с базовым оружием. Опять у меня оружие есть, которое нужно улучшать. Для этого я использую деньги, которые получаю с хайстов. Тут заодно есть всякие скины, на которые можно тратить деньги. У меня опять есть перки, которые медленно прокачиваются, для получения которых нужно гриндить. Короче, это точно тот же самый Payday, только с самого начала. Так я могу Payday 2 пойти... обнулить полностью весь свой прогресс и начать заново, но у меня будет больше контента, это будет контент лучше, потому что его делали умелые люди, там будет интереснее, приятнее музыка, и
интереснее процесс. Ну и стоит она дешевле, соответственно, и не нагружает систему сильно. Плюс это еще и такие родные пенаты. Ты понимаешь, что надо делать. И когда ты заходишь в тот же Payday 3, ты не понимаешь, а почему здесь пометка, пометка врагов, помечание врагов работает на средней кнопке мыши, а не на F. Зачем вы поменяли раскладку? Люди уже привыкли к ней. Вы хотите сказать, что это что-то новое, что ли? Затем, когда ты помечаешь врага, и он уходит за какой-то объект, он перестает быть окрашенным. А в чем смысл тогда вашей метки? Чтобы показать другим, где он находится? Ну, может быть, они таким образом метку переработали, чтобы не ты видел, а все остальные видели. Ну, тогда теряется вообще, в принципе, смысл всех вот этих вот обилок, которые добавили во вторую часть, когда ты стоишь на месте, и через какое-то время ты начинаешь подсвечивать всех персонажей, всех NPC, которые ходят вокруг тебя. Тогда теряется в этом смысл. То есть они полностью вырезали, получается, перки, все эти придумки. Но я не готов сказать, насколько они проработали, доработали стелс или доработали какую-то часть игры. Но тот же стелс чуть-чуть улучшили тем, что теперь вместо того, чтобы просто зажать кнопочку и стоять взламывать что-то, ты можешь локпикать, как, да я не знаю, где такое было, в Скайриме. В общем, у тебя крутится колесо, ты иногда нажимаешь кнопочку и скилл-чеки проходишь, у тебя быстрее что-то взламывается. Ну, типа, хотя бы какой-то геймплей есть, вместо того, чтобы сидеть, зажать кнопочку и что-то делать. Но весь основной процесс точно такой же. У тебя есть мешки, ты их носишь из точки А в точку Б. Да, взяли отличную придумку для ботов. Перенесли сюда. Можно кидать ботам на спину мешки, они будут их носить. Процесс точно такой же. Сейчас вы видите немножко геймплея. Видели? И сейчас видите. Вы видите то, что я играю с ботами. Как так получилось, если это онлайновый бета-тест? О-хо-хо! Это отдельная история по поводу этой игры. Зашел я в лобби, сижу, зашли. О, полное лобби собралось. Ну, если что, в бете не было возможности поиграть соло. Полное лобби собралось, начинается игра. Все по одному игроки выходят из лобби, я остаюсь один и играю с ботами. Ни одна живая душа ко мне в течение игры не зашла. Нет, не было никого. То есть разработчики решили проверить работоспособность игроков своей игрой, в которой к тебе не могут зайти на сервер в процессе игры люди. What the fuck? У меня такое чувство, что я играл в бета-тест бета-теста, потому что в один момент у меня бета-тест не запустился. Изначально игра у меня вообще не хотела качаться, потому что я захожу в Steam, там написано: мы вам пришлем вам приглашение на игровой тест. Я думаю, в смысле, у вас же открытый бета-тест. Оказывается, если ты запрашивал чуть раньше доступ на бета-тест, то Steam об этом помнит. А оверкилла за это не запалились. Но как бы это было предыдущему бета-тесту, а не к этому. Поэтому тебе доступ к новому бета-тесту не выдадут. Для того, чтобы это исправить, нужно запускать страницу бетки через браузер, прописывать в консоли какой-то скрипт, обновлять страницу, и тогда у тебя появляется на страничке возможность получить доступ к бета-тесту. What the fuck? Как так можно было все просрать? Ну, знаете, после вот такого косяка, после второго косяка, когда ко мне никто не заходил, после третьего косяка, даже не знаю, они сами вышли, то есть все поголовно, три человека вышли просто так из моего лобби. Ладно. После косяков, когда игра не запускалась, в принципе, у некоторых людей выдавала ошибку Unreal Engine 4, вот этого движка, из-за чего приходилось обновлять, проверять содержимое игры. После всех этих косяков я не уверен, что Payday 3 является хорошей игрой. Тем более, что она выходит вот дней через 10. Вы, конечно, скажете: да ладно, это всего лишь как бы базовая версия игры. Ты что, не знаешь, что ли, как это будет? Потом выпустят бесплатное обновление, обновят игру и так далее. Надоело, если честно, вот такие вот все слышите фразочки. Потому что это уже, если честно, плохо. Прикрываясь тем, что онлайновые игры развиваются, бла-бла-бла, вам, по сути, суют ранний доступ в лицо. А Payday 3... это ранний доступ после раннего доступа. Payday 2 это была просто бета-игра. Да Payday 1 был, ну,
был полноценный герой, можно сказать. Его практически не обновляли, не улучшали. Payday 2 был таким набором всего. Его постоянно улучшали, ломали, потом снова чинили. И вот разве, имея опыт так, создания такой игры, нельзя было сделать, ну, подойти чуть лучше к процессу? Я понимаю, что нет. Потому что у Starbreeze / Overkill денег нет. Им нужно как-то зарабатывать деньги. А разработчиков нет. Я думаю, все те, кто делали что-то более-менее полноценное для игры, ушли нахрен давным-давно из студии. Ну, понятно, что того же Саймона Виклунда даже нету. Композитора, который, блин, за счет которого половина игры имеет такой драйв. Вторая часть. И здесь ты заходишь в игру и видишь стерильное меню, играет стерильная музыка, ты видишь стерильный геймплей и видишь копипест из всего того, что было во второй части. И вот это вот все продается за 40 зеленых долларов, а в тенге 2700 рублей. Естественно, в России не продается ни за что на свете эта игра. И зная Overkill / Starbreeze, невозможно верить то, что они там что-то поправят или еще что-то. Они по-прежнему будут ломать игру, по-прежнему навернут чего-нибудь, чтобы рубить бабло. И новая часть делается, в принципе, для того, чтобы встроить какой-нибудь онлайн-магазин в свою игру и чтобы получать с этого деньги. Проблема в том, что поезд давным-давно ушел. То есть то, что предлагает сейчас разработчик, это нет. Тут нет ни одной новой, интересной, завлекательной идеи. То, что было в Payday 2, уже все, уже вот здесь. Да, в это можно играть. Ну, ты будешь играть в Payday 2. Зачем это делать? Блин, да я просто даже когда смотрю на главное меню, я вижу, как они просто без вкуса подошли к этому всему. Я вижу, что здесь ничего нового, и разработчики не знают, что делать. Просто потому что. И почему, когда ты заходишь в тот же самый хайст, тебе зачем-то показывают всю раскладку банок и прочее, то есть камера облетает что-то. Это тоже плохо. Это, знаете, вот как когда ты в приключение какое-то играешь, в экшн-адвенчуру, когда ты заходишь на уровень, и вот камера облетает весь уровень, как будто ты должен запомнить, что тебе показали. Зачем этот таблет нужен? Вот этот вот черный экран, который был черный экран повествования, который вот, по сути, для меня мемом стал. В Payday 2 это было офигенно, ты просто сидишь, слушаешь диалог какой-то, что тебе там говорят, какой-то плюс-минус сюжет, у тебя появляется пока сложности, а здесь текст, как в Call of Duty, какое-то время, какая-то сложность, вот это фак. И еще и обязательно тебе нужно показать весь этот уровень. Знаете, в первый раз, может быть, нормально это воспринимается, но в 20-й у тебя уже начнет это бесить. Я так полагаю, те, кто делали вот эти вот видео-вставки, они не проходили 20 раз свой уровень. Возникает ощущение то, что Starbreeze Overkill не играет в свою игру. Ну, по их стримам видно то, что они не играли нормально никогда в Payday 2 и в Payday 3 тоже не будут. Как можно делать игру, не играя в нее, и как можно выкатывать в очередной раз одно и то же в надежде, что это купят, я не знаю, но это абсолютный пфф. Я в это играть не хочу, я в это играть не буду, и покупать я даже не знаю зачем. Я не могу заставить кого-либо это купить. Ну просто потому что, ну это чушь какая-то собачья. Если захочу поиграть в Payday, у меня есть Payday 2. Да даже Payday 1. Зачем мне в это играть? Я не знаю. Здесь ничего нового. Здесь ничего завлекательного. Здесь все стерильно. Делается для того, чтобы рубить бабло. И я считаю, честно считаю, что это просто точка в истории Starbreeze Overkill. Эта игра провалится. И либо они обанкротятся, закроются, и никогда больше не будет ничего связанного с Payday. Либо они вернутся к созданию карт для Payday 2. Потому что, ну, это выглядит плохо. Это выглядит устаревше. И это выглядит как что-то сделанное для фанатов. Но фанаты Payday вроде как плюс-минус адекватные люди. Они будут продолжать играть во вторую часть. И не будут за это, надеюсь, отдавать деньги. Лично мне то, что я увидел, вообще не понравилось. Ну, типа, это... Я как будто играю в мод для второго Payday. Или для первого Payday, который улучшил графику и что-то добавил. Зато здесь можно подходить к залажам и брать их и не вести с собой. Не заставлять их ходить за тобой, как
в Payday 2, а прям взять и прикрыться ими или привезти куда-то. Я не знаю, насколько это эффективно работает. Это нужно играть в полноценную игру, и чтобы была возможность это все потестить. И как вы понимаете, в бета-тесте ты это не потестишь, потому что бета-тест тестит тебя. А потому что разработчикам нужно было посмотреть, справляются ли их серваки с какой-либо нагрузкой. Ну, серваки-то справятся с нагрузкой. Почему? Потому что вряд ли в это кто-то будет очень сильно долго и массово играть. В общем, я считаю Payday 3 жутким адским провалом. Да я его еще считал до бета-теста провалом и абсолютно ненужной игрой. И что и куда они хотят повести игру, я не знаю. Никакого родмапа. Ну, то есть списка того, что будет с этой игрой. Ничего просто. Абсолютное молчание. Вот тебе просто говорят, мол, смотри, это Payday 3. Мы делали крутой Payday 2. Много продаж, тонна карт. Купи Payday 3. Вы не тот Говард, чтобы говорить, купи Skyrim, чтобы его еще раз купили. Вы сраные шведы, которые ничего не умеют делать, у которых все сломано, и которые ломают то, что и так уже поломано. Никто не будет это брать, потому что вы просто сделали Payday 2, и он в какой-то момент почему-то выстрелил. Не получится это еще сделать разочек. Вы должны заставить поверить в свою игру, предложив что-то, но вы ничего не предлагаете, поэтому лично я в нее не верю. Не знаю, как вы, но я, конечно, может быть, каким-то образом посмотрю полноценную версию этой игры, но я чувствую, что она меня разочарует еще больше, чем бета. Ну, в общем, вот так вот я поиграл в Payday 3. Не в полноценную версию, но в бету. И, в общем, как оно там пойдет, посмотрим. Конечно, желаю удачи оверкиллам. Но удача им не поможет. Тут надо больше, чем удача. Тут надо уметь делать игры и не быть Алмиром. Да. У меня все на этом. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих видеопрохождениях, которые обязательно появятся.